продолжаю работать. Как телефон снимать без стабилизации? Это вообще жесть. Руку может как-то играть. Еду за солью. Нужно тонну соли взять. А как обычно, блин, по конченным дорогам. Мало в этом городе нормальных дорог. Особенно если ехать на фирму куда. Сейчас грузят пацаны тонну соли. Вовчик, блин, приколется с меня. И поедем на базу. Грузят соли. Блядь, смотрю, этот диск, это вообще... Такой он страшный. Нужно колпаки покупать. Вот сейчас я буду брызговиками цеплять все, что можно там цеплять по такой дороге. Давай, малыш, тяни тонну. Немного это, но и немало. Как раз предел твоих возможностей. В общем, еду на базу. Еду сегодня на юг. Конечная точка у меня Аргеев будет. Парниша подогнал мне такую штучку. Сейчас нужно будет заклеить где-то и снимать контент. Очередной серпантин. Главное не терять разгон на этой горке. И тогда можно подняться без проблем. Хотя и без разгона можно подняться. Я же не на фуре еду. Но если держать так скорость, то можно на четвертой. Но там есть пару резких таких поворотов, которые... Вот как сейчас этот, походу. И вот последний крутой участок такой здесь. Там коробки у меня по всей будке катаются. Вот такой вот. Газу, 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 газу. Опа! Ну все, дальше уже получше дорога. Заехал в Камрад. 12:41. Сейчас кинем ту заявочку в колорит и поедем дальше в Каку. Что-то башка разболелась у меня. Непонятно почему. Наверное, от печки, от этого всей херни. Сейчас выйду там немножко отдохну. Отдохну, может быть, да, скорее всего, пообедаю и поеду в Кагу. Да, город Камрад встречает нас с развалинами. Какой-то завод, видимо, был. Блин, там что-то в будке опять начало шуметь. Витюша, блин, пару раз проехался в будке, там, видимо, задел какую-то хрень. И она отошла. Нужно будет поставить на место. Подкумаривает, блин.
Так, по Камрату едем, не нарушаем, потому что, блин, уже заплатил один раз штраф. Больше не буду. А, кстати, сделал стабилизацию на телефоне, уже должны быть ролики получше. А то прошлые вообще было жесть, там невозможно было снимать. Когда смотришь видео, пересматриваешь вообще, прыгает по всей машине. Погода не поменялась, все те же тучи. Такая территория большая, блин, уже едем километра 3-4 по Камрату, и вообще это промышленная зона здесь. Есть куда застраивать еще. Фу, все, пообедал. Аж как будто полегчало, и голова прошла. Отдыхаю чуть в Камрате. Время есть, я успеваю в Кагул. Яблочко на обратном пути перекусим. Это красивая эта штука. Камрат. Там памятник афганцам. Афганистан написано. Видимо, те ребята, которые там служили. Их не имена. Это такой центр города здесь. Где движняк здесь происходит? Ладно, отдыхаем 5 минут и поедем дальше. Печально, что не получилось. Пересмотрела сейчас то видео, и... которое с той штукой. Не очень оно прикольно. Блин. Криво стоит. Ну и ладно, что делать. Дареному коню в зубы не смотрят. Вот она валяется здесь. Сейчас попробую ее тут на торпеду поставить. Еще пару видосиков заснять. По дороге в Кагул. Ну и все, в принципе. Ладно, 3 минутки отдых. Ну все, поехали дальше. Отдых. Это хорошо, но работать надо. Вот такой движняк пошел сейчас, возможно, выехать. Сейчас эти забьют полосу, я не смогу выехать. Мне, чтобы постоять чуть-чуть. Нет логики у людей, нету логики. Поехали. Центр Камрата. Движуха здесь. Карабинеры тут стоят. Пешеходный переход контролируют. Пропустим. Ну, не козлы, как эти остальные. Вот пешеход. Опять красные, да что такое, блин, одни на красные прыгают. Все, выезжаю из Кагула. Сейчас 15:43.
Давай-ка сейчас подберем кого-то. Темнеет уже. Опа. Темнеет. Я выехал с Кангаза еще до Камрата. Немножко, и потом уже 16:30. Так мило пообщались с той девушкой. Блин, даже не запомнил, как зовут ее, к сожалению. Оставил визитку. Вдруг позвонит или напишет. Будет нормально, хоть будет с кем пообщаться. Едем. Уже дорога хорошая, там была херовая, блин, пока не выехали. Кирсова. Едем. Спокойно. Чемишлия. Совсем темно. На улице тоже похолодало уже, 8,5. Так, Кишинев, 68 километров. Еще час с чем-то, примерно. Да, в принципе, как навигатор мне сказал, так оно и будет. Потому что я особо не нарушал, ехал по правилам. Так что все по плану. Главное, внимательно сейчас. Фигачим по бетонке. Вот дальний. Оп, нет. Свет, товарища. Опа! Хороший свет. На Т-шке обалденно. Когда вообще полная темень светит конкретно. Люблю ночную езду. Прикольно. Красота. Заехал в Кишинев. Ну, а какая там цаца. Тут уже мало что видно, так что на сегодня хватит съемок. Завтра, наверное, в Аргеев еду. Столица моя. Был я сегодня в Аргееве, как был и сейчас есть, но выезжаю уже. Продуктивный день сегодня, обалденный. В плане новых клиентов. Там по кувшинчикам с одной девушкой договорился. С другим по сантехнике договорился. Тоже будет работать с нами, потому что ассортимента нет. Ой. Не попал в передачу. Да, сегодня согласен. Продуктивный день, я доволен собой. Выезжаю с Аргеева. Да, на следующей неделе именно много агентской работы будет там. Эмейлы, звонки, контракты, стенды. Короче, вся такая вот
билиберда. Все, пятница уже сегодня. Еду домой. По идее, не домой, а в город. Там нужно будет одну заявку отвезти. В принципе, все.